Ну, так вон Мариуполь-то 50%-то захватили, сегодня видео показывают. Эти кадыровцы же все вылаживают. Вон они, нахуй, всех детей расстреливают, всех, нахуй, это, они выставили, что, ну, как бы там прямо он бежит за ней, за девчонкой-то. Они прям по ногам ей, нахуй, стреляют. Да, тоже Девочке-то что-то 13 лет или что. да, тоже Ну, так-то они там творение. нихуя уже, их тоже дохуя уебали-то их. Ну, тут без связи, без нихуя, нахуй. Ну, зачем вам в деревню ходить? Ну ничего, деревня. И на машины понабрали тут себе, но там, блядь, хендайчик стоит новенький, заебатый, в гараже. Ключи все есть, заводится вообще. Ой-ё, кто о чем думал? Так а его хуй, как же его сюда увозить? А что он там, блядь, Нива новенькая, нахуй, вообще, блядь, заебатая вообще в порядке. На ней, видимо, она на газу, нахуй, еще ебать, вообще, нахуй. Ебать, тут ружья в себе понабрали все, нахуй, ебать, вот, нахуй. Карабинов, нахуй, в Кого? деревне. Ружья в камеру, карабинов, А, нахуй, так ебать. все равно вы как выезжать-то с ними будете, кого веселить? Так ладно, стрессы по-любому будут, нахуй. Кормят-то хорошо? Да нормально, сами питаемся. Нормально. Не дохлые, все, ноги не тягаете? М? Я говорю, не дохлые, все, ноги не тягаете? Мне собаку зарезали, съели нормально. Ты сказал внутрь. А? Ты сказал внутрь. Закончились. Внутри закончились? Ну. А что, там много было? Да нет. Что мне? 8, наверное. А где что там надо ебать? А здесь недалеко.